Так, друзья, карлук. Вон столбик с этой вот лентой идет. Это не дорога, это по участкам идет для там, ну, короче, протоптанная, чтобы ездить можно было. Мы даже зимой сюда на легковой машине ездим. И вот, вот этот столбик, граница участка. Вон там водокачка, вон там коттеджный, вот так карлук идет, там деревня. Ну, где автобусная остановка и прочее. Вот там еще здесь дачи, по-моему, да. Коттеджный вон там. Итак, вот первый участок, вот этот вот. Вот такой. Соседи уже тут занимаются. Трансформатор. Там идет дорога. Дорога. Сразу за моим участком сразу дорога. И там еще ряд и лес остается. Затем здесь, вот здесь после этого столбика, сразу идет снова дорога. Вот до этих столбов, он до тех, до электричества. Сразу тоже идет дорога. Здесь с двух сторон участка дорога. С любой стороны можно будет делать заезд. Можно два заезда. Итак, пошли. Вот. Здесь получилась половина. Почему-то это не зарастает. А вот это зарастает осинником вот этим. Вот я его кролячий называю. Он для кроликов. Скосить эти все деревца надо. Вот. Несколько больших оставить. Ну, вот эти вот оставить. Вот этот. Вот, вот. Так, затем смотрим. Вот столб стоит такой козлячий, который на двух опорах, да? На вторую опору ориентируемся. Вот граница участка. Видим, да? Ленту я сделал только что. Мы сегодня геодезию уже уточняли, прямо отбивали, чтобы прямо в миллиметрах сходилось. Вот. И вот. Вот он столбик еще. Видим, да? Вот там будет стоять вот этот трансформатор. Через дорогу сюда уже нас участок будет. Там, ну, забор там или заезд. Свет подключить близко. Так. Затем. А, ну вот мы на легковую сюда приезжаем. Тут вообще размещаться можно запросто. Вот. Ну, перегородить, чтобы не ездили, потому что пора уже там дорогу им осваивать, соседям. Вот. И вот, вот эта граница второго участка. Понятно, да? Вот это. Вон там, вон. Вот первый, и сейчас идет второй. Мы на втором участке. Вот он идет до сюда. Вот с той стреляет это. Ну, это у нас в лагере такие эти. Стрелковый клуб «Саргон». Вот. И вон туда ориентируемся, на этот столб. Вот от этого столба электрического где-то метр отступаем вправо. А, вон даже видно лента. Вправо, и вот, вот так этот участок. Туда не пойду, потому что там по этой штуке ходить, по этим осинам этим, их надо будет скосить и кроликам скормить, я думаю. Кто-то, может быть, запланирует держать. Итак, там водокачка. Дальше, ну, которая обеспечивает водой этот поселок, вот этот вот, ну, водопровод. Сюда еще не проводили. А, ну вот сосед уже напротив, через дорогу, уже столбики застолбил участок. Вот, водокачка, дальше идет поселок Карлук, там же и остановка. Дорога, она сама вот тут недалеко, буквально сколько, я не знаю, метров 300, может, что ли, или сколько. Ну, сама дорога вот та, там дачи. Ну, вот это туда идет, по-моему, на Урик, что ли, влево Карлук. Ну, вот, 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 так, вот такие вот. Два чудесных, восхитительных, великолепных участка. Везде вокруг лес. Никакого здесь кипиша, шума и гамма. Это такая, как бы, улица, да, что такой мини-поселочек отдельный получается такой. Тихонький. Вот. Ну все, удачи, что, продается. Торг, пока торг неуместен, по-моему, потому что нам нужен микроавтобус для клуба, для стрелкового. И земля продается, выставлена только для этого. Так что... Спасибо за внимание. Андрей Барчук, обращайтесь.